Приветствую вас и понимать вашу маму нужно так, что помощь ее другим людям, это по сути есть какая-то значимость для нее. То есть у вашей мамы есть определенная потребность. Какая-то. Потребность в том, чтобы что-то значит для других. Потребность реализовывать себя. Потребность как-то проявлять себя для других людей. Это то, в чем она нуждается. И именно поэтому, по личным мотивам, она и помогает другим людям. Дело в том, что нужда человека в том, чтобы помочь другому, происходит из нескольких моментов. Первый момент — это, конечно же, альтруизм и филантропия. Но есть еще и другие моменты. Человек таким образом за счет других возвышает себя. И вашей маме это нужно для того, чтобы решать какие-то свои внутренние конфликты, которые, безусловно, у нее есть, и которые она не может решить иным способом, кроме того, чтобы помогать людям. Вам она не помогает, потому что, простите, вы для нее дочь, вы для нее родной человек, близкий человек, и вы не знаете для нее того, что значат другие люди. То есть, условно говоря, помогая вам, она ничего не получает из того, что нужно ей. И именно поэтому у нее отсутствует мотив как-то вам помогать. Но именно этот факт, тот факт, что она не помогает вам, говорит о том, что у нее есть определенные проблемы. Потому что когда человек желает помочь всем, он, конечно же, в первую очередь помогает своим близким. И лишь только потом помогает другим. И если у вашей мамы действительно есть определенные трудности, определенные проблемы, то вам остается ее только лишь пожалеть, принять ее такой, какая она есть на данный момент, и постараться подумать, а вот в чем заключается ее конфликт. Откуда он у нее появился? Что заставило этот конфликт влиять на, собственно говоря, ее судьбу, на ее жизнь? Почему он оказывает столь сильное влияние на ее поведение? И, может быть, постепенно постараться как-то этот конфликт преодолеть так, чтобы сделать жизнь вашей мамы немножечко проще, немножечко легче, а значит и вас счастливее. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.